Утро доброе, дорогие друзья! Приветствую вас сегодня, 30 сентября. И хочу поздравить вас сегодня с праздником. Праздник Вера, Надежда, Любовь и Мать их Софья. Это считается очень большой православный праздник. Связан с тем, что эти святые когда-то понесли наказание за то, что не предали христианскую веру и не перешли в язычество. В то время это требовали от них, но они остались верными своей христианской вере. И сегодня мы почитаем этих святых. И, конечно же, сегодня у нас прекрасная теплая погода. И, конечно же, мы сегодня будем соблюдать этот праздник. А именно, сегодня нужно отдыхать, не работать, потому что в праздники не нужно делать какую-то работу, нужно что-то вкусное приготовить, нужно отдыхать, нужно угощать других. В общем, делать добрые дела. А что нельзя делать? Конечно же, нельзя ругаться, нельзя ссориться, нельзя никого обижать. В общем, отдыхать, делать только добрые дела – и праздновать. А я хочу поздравить всех Верочек, Любочек, Надечек, ну и, конечно, Софиечек, поздравить с этим праздником. И, в частности, хочу поздравить своих знакомых, друзей с этими именами. И, конечно же, друзей ютубовских. Это Верочку из Франции, канал «Вера, как мы живем во Франции». Любочку Лебединскую, канал «Люба и Саша Лебединские». Ну и всех остальных хочу поздравить с этим праздником. И пожелать вам веры, надежды и любви в этой жизни. Всего самого-самого лучшего, мира, добра и благополучия и, конечно же, успехов во всех ваших делах. С праздником, дорогие друзья!